Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65. Продолжая серию видео про акации. Еще моя одна акация. Кто помнит, я обрезал ее весной. Листик брать. Вот здесь обрезал. Или здесь, что уже не помню, обрезал. Это здесь. Она две веточки. Третью отдала еще веточку. Сейчас я ее подрежу. Вот с тыльной стороны. Она так стоит у меня на солнышко. Я сейчас немножко вот обрезал. Вот здесь обрезал. И здесь. Здесь она вот раздвоилась. А здесь в одну веточку пошла. Сейчас я подрежу вот эту веточку на... Так, опять ниже, наверное. Еще ниже вот сюда вот так обрежу. Так, а эту вот на эту вот почечку. Заехала. Она акация очень колючая, желтая акация. А эту вот на эту почечку. Вершинку. О! С этой стороны видно, как ее обрезать. Вот такая она у меня получилась. Вот. И она вот, видите, смотрите, как. Раз, два, три, вот так вот. И она будет вершина. Так вот. В общем, вот такая какая-то. Возможно, будет, если где-то ниже будет просыпаться веточка, я вершину потом перейду, или на эту перейду потом вершинку. Посмотрю. Пока что вот так будет стоять. Небольшая коррекция, кажется. Формировочка. Это уже весной. Больше не буду обрезать, это весной буду обрезать. Небарь у нее уже, смотрите, какое. Где-то сантиметр. Живот. 10 миллиметров. Садил я его, укоренял, кто помнит. Не укоренял, я садил с горошкой в 19 году, ей было 4 года, будет, или осенью. Осень будет 4 года. Еще одна моя акация в горшочке таком, в небольшом. Такая вот тоже подросла, я ее тоже обрезал вот здесь. И где-то тут что-ли. Ну, вот она вот такая, две веточки. Сейчас я еще... А, вот еще я обрезал. Вот здесь и там. А, ну я показал вот это и здесь это. Сейчас я тоже подрежу еще. Ну вот на эту вот почечку, вот на эту. На эту почку, а эту веточку. Я не буду ее отклонять. Я просто ниже сделаю. Вот смотрите, отсюда что видно было. Вот на эту, вот на этот листик, на почечку на эту. Срежу. Так вот. Хотя это у меня будет вершинка. А эту даже я не на ту почку вот на верхнюю, а вот здесь, ниже. Я ее ниже, чем весной обрезал. Обрежу вот здесь. А весной, если она перезимует, возможно. Туда хорошо будет. Дальше будет с ней работать. Небольшие срезы. Здесь, наверное. Поставим, пересаживать я не буду, возможно весной пересажу, не знаю, горшочек маленький. Этих не видно корешков, так что полил недавно. Ну, в общем, вот такая моя акация маленькая. Горшочки. Всем пока-пока, с вами был канал Бонсай сначала 65. Видео небольшое, занимать много не буду. Это все акации я выращивал с семечкой, в смысле с горошкой. Растут они довольно-таки. Так, быстро вроде как. Ну, конечно, если разгонять большой ее горшок садить, то она быстро будет расти, а она в маленьких сидит, поэтому держится рост. Всем пока-пока. Всем счастья, добра, удачи. Моя рука, как всегда, Маша, до свидания. А я подготовлю другую видео. Всем пока-пока.